Итак, всем привет! И сегодня я расскажу о том, что иногда в иллюстраторе пропадает возможность масштабирования объектов. То есть стандартно у вас есть объект, вы его выделяете, и вы можете черной и белой стрелочкой, то есть выделением и прямым выделением, его масштабировать. Иногда случается так, что вы не можете это отмасштабировать, получается вот такая штука. Что я сейчас сделала? Я нажала сочетание клавиш Ctrl-Shift-B. И в этот момент у меня пропала возможность масштабирования объекта. Если я еще раз нажму Ctrl-Shift-B, буквы английские, соответственно, у меня она возвращается. Точно так же это можно сделать, если мы будем с вами использовать верхнее меню, просмотр, спрятать ограничительную рамку. Вот она у меня спряталась. Просмотр, показать ограничительную рамку. И здесь, если вы посмотрите, вот оно написано, сочетание клавиш Shift, Ctrl, B. Нажимаете одновременно, и у вас все прекрасно масштабируется.